Сегодня в Лос-Антосе начнется безумный зомби-апокалипсис, и давай проверим, кем ты станешь во время него. Если успеешь поставить лайк под этим роликом за 3 секунды, то будешь выжившим, а если нет, то превратишься в ходячего мертвеца. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Гост, и сегодня мы наконец-таки поиграем за Хаги-Ваги. И сегодня, ребята, мы с вами посмотрим, что произойдет с Хаги-Ваги, если его заразить зомби-вирусом. Помните, мы с вами заражаем вообще многих героев зомби-вирусом. Капитана Америку, Человека-паука, Халка, Таноса. Практически все популярные герои уже были обращены. И сегодня я решил посмотреть, а что произойдет, если такой монстр, как Хаги-Ваги, заразится тоже. В кого же он превратится и какие способности у него будут тогда? Ну что ж, ребята, в самом начале этого ролика не забудьте обязательно влепить лайкос. Или Хаги-Ваги придет к вам этой ночью и вас очень сильно напугает, потому что вы не влепили лайк. Не забывайте подписываться на канал, чтобы вступить в семью призраков. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть ролики самым-самым первым. Для начала давайте посмотрим, какие способности есть у обычного Хаги-Ваги. Но вы все заметили, что он очень быстро передвигается при помощи паутины. Также он может использовать вот такие вот иглы. Они очень эффективно уничтожают противников даже на дальней станции. Смотрите, вот так вот, блин, сразу же троих попадаем. Офигеть просто. Коп тут стоит, ему вообще пофиг. А что происходит? Эй, Хаги! Что это было? Немножко залагал, блин. Хаги решил потанцевать на стене. Охранник вообще пофиг стоит такой. Сам о своем думает. Также у нас есть еще одна способность. Вот как она выглядит. Просто из земли появляются гигантские иглы. Ими можно даже уничтожить тачку, например. Давай еще разочек. Смотри, живучая какая тачка. Чего, блин? Почему не взрывается? Офигеть. Там чувак внутри вообще, наверное, офигевает от этого аттракциона. На, блин, лови. Кстати, мы с вами очень сильно проголодались уже, но Хаги-Ваги падает здоровье, поэтому сейчас мы с вами посмотрим на третью способность, отбежим подальше с телеком в руке. И просто сейчас посмотрите на эти голодные глаза. Гигантские роты, острые зубы, ими он может уничтожать противников, кусать их плоть и пожирать целиком. Блин, давай, съедай быстрее. Вот так вот все. Ни одного кусочка не оставил. Короче, ребята, вы уже все заметили, что это способности Венома. Я решил их подобрать для Хаги-Ваги, потому что они реально хорошо ему подходят. Он, как вы видите, у нас такой достаточно страшный монстр. И как раз-таки способность сжирать людей очень круто ему подходит, как мне кажется. Ну вот реально, как думаете, ребята? Напишите в комментариях, если вы думаете, что ему что-то другое бы подошло больше. Обязательно, ребят, прочитаем. Но вот мне кажется, что это реально самое эффективное. Только обязательно напишите, ребята, это очень важно. Сейчас еще одного захаваем, а то голод полностью не утолился. Вот так вот, отличненько. Блин, как же все-таки круто. Я уже в предвкушении, что же у нас будет, когда мы с вами заразим Хаги-Ваги зомби-вирусом. И, кстати, как любая игрушка, посмотрите, мы когда уничтожаем тачку, подходим поближе, ну вот тут видите, огонь. Вот, видите, Хаги-Ваги боится огня, его дамажит, потому что он все-таки, блин, плюшевый. Он загорается легко. Игрушки нельзя рядом с огнем быть, видите? Все, ему страшно сразу, давайте лучше отбежим. Кстати, ребята, я надеюсь, что вы уже все посмотрели мой новый сезон выживания в зомби-апокалипсисе в GTA 5. Я его выпустил совсем недавно. Вот, ребят, подсказочка у вас на экране, что это за видосик. Также в правом верхнем углу кликайте и смотрите его как можно быстрее. Новый третий сезон. Блин, какой же он крутой получился. Первая серия уже вышла, обязательно зайдите там, пролайкайте, посмотрите. Я думаю, вам он безумно сильно должен понравиться. Я для вас постарался. Если что, ребята, вот этот ролик с Хаги-Ваги, он не относится к нашему сериалу. Это просто, ребята, такой небольшой эксперимент, чтобы вы там не пугались, если что. А то подумайте вдруг, что это какая-нибудь вторая часть нашего сериала. Нет, ребята, ни в коем случае. Короче, прямо сейчас давайте, ребята, посмотрим, где можно отыскать зомби. Кстати, мы сейчас как раз-таки над тем районом, где у нас обитают чисто зомби. Зомби, 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 где же вы? Выходите, давайте немножко с вами поиграемся. А вон, смотрите, один из зомбаченных ходит. Офигеть. Так, сейчас мы с вами попробуем для начала использовать разные способки Хаги-Ваги против зомби. Тупо толпой на меня бегут гэнгстеры-зомби. Давайте, блин. Все, побежали сразу же. Погоди, ему там пофиг было, реально? Отойди. Не подпускаем, ребята, ни в коем случае пока. Они сейчас укусят, то все, гг. Ай! Все, ребят, я дурак. Да, ребят, меня заразили. Вот так вот быстро из-за моей ошибки Хаги-Ваги был заражен. И теперь он стал зомби. Чё, блин, это такое нафиг? Вы посмотрите на него. Ребята, он стал каким-то...
красным, у него безумно красные глаза, просто как у психопата какого-то. И, кстати, за спиной крылья, я думаю, это самое первое, что мы с вами все заметили. Ну, после его окраса, конечно же. Ну что ж, ну можем ими двигать? Серьезно? Получается, мы летать сможем! Погоди, дай попробую. Да, ребята, мы летаем! Чего? Так, ладно, хорошо, тогда полетели в Лос-Анс. Я могу быстрее лететь? Да, ребята, могу просто ускориться, посмотрите, как жестко. Мы с вами за секунду долетели до Лос-Антоса, и прямо сейчас будем здесь распространять тогда зомби-вирус. Давайте попробуем поскорее кого-нибудь заразить. Например, вот эту девушку. Так, ну что ж, она превратилась в зомби? Да, ребята, все! Все, зомби-вирус уже заразил ее. Давайте теперь второго челика. И масштабное зомби-вторжение на Лос-Антос начинается. Теперь он будет еще и здесь. Ну что ж, ребята, у нас с вами также есть способности. Давайте посмотрим по очереди вообще, что это такое, как они выглядят и насколько они эффективны в распространении зомби-вируса. Так, нападаем на челика. Офигеть, блин! Чё за фигня? Просто из глаз, ребята, вы подожгли зомби. У нас теперь в отряде огненный зомби. Просто посмотрите на него. И, кстати, он не умирает. Даже на то, что я эту способку использовал на зомби, он все равно не погиб. Мне кажется, что зомби-вирус достаточно сильно усиляет тех, кого он заразил. Ну, то есть, смотрите, вот этих я людей превращаю в зомбаков, все. Они становятся очень сильными, намного сильнее, чем обычные люди. Как вот думаете вы, ребята? Усиляет ли зомби-вирус, блин, людей? Супергероев, это что за штука была? Все заразились вокруг, все просто, ребята, весь район, нифига себе способочка. Серьезно, погоди. Что? Вот это, ребята, я понимаю. Ну все, мы с вами тут заразили абсолютно всех. Я думал, что это будет намного дольше, но ничего подобного. Я вот заметил вообще, что зомби-герои намного сильнее становятся. Ну вот прям реально в разы сильнее. Все-таки зомби-вирус влияет на таких вот сильных персонажей немножко по-другому. Если люди становятся как бы пожирателями плоти, по сути безмозглыми, они не умирают от выстрела в пуль, только если это не в голову какое-нибудь попадание, то в остальном все, они во всем проигрывают, ребята. То есть они просто трупы ходячие. Вот у героев же все иначе. У них появляется огромное количество других способностей. Смотрите, мы как этими крыльями, ребят, сами управляем и просто летаем нафиг. Офигеть. Эй, что с крыльями сейчас с ними было? Все, хорошо, вернулись. Я подумал, что все, ребята, я себе крылья просто пообрывал. Так, ну что, у нас тут зомби-то ходят, нет? Так, погоди, копы тут что-то живые делают. Так, давай-ка его ударим нафиг. Ну что, куда его взял? Эй, иди отсюда. Что с ним происходит? Почему я его схватил? Ой, я его чем-то ударил. Так, давай еще разочек. Вот так вот, все, ребят, сейчас он точно в зомби превратится. Так, челик. Челик, ты че? Где он, по-моему, моргает, но он не хочет превращаться в зомби. Вот, все, ребята, он повалялся мертвый и все равно в итоге превратился. Я уже испугался, подумал, что у нас не будет в отряде еще одного зомбаря. Следующая способность называется лазер. Давайте проверим, что делает она. Ну, кажется, я понимаю, да, ребята, я понимаю, что это. Просто лазер из наших глаз. Ну-ка, давай вот так вот на челика на этого. А, это не из глаз, это изо рта просто, блин. Лазер, который превращает всех в зомби. Серьезно, да это вообще чит-оружие какое-то. Ребят, я реально же могу использовать его для того, чтобы уничтожать огромное количество, допустим, машин за раз. Офигеть, блин, это что, жестче лазер? Все, ребят, смотрите. Тут сейчас будет просто толпа зомби. Давай, всех уничтожаем, блин. Офигеть. Весь перекресток, ребята, заняли. Все, тут все зомби теперь. Так, давайте взлетим. Немного вот так вот взлетим и просто посмотрим, что здесь получилось. Под нами бегают толпы мертвецов, которые продолжают заражать город. Так, не отпускаем тачки. Давайте их все вот так вот повзрываем еще, чтобы еще больше зомби было. Ну, ребята, это наши подданные. Эй, не смей тушить, блин, тут ничего. Тут должен быть огонь, пожар. Все. Вот это, ребята, наша новая армия зомби. Они все просто идут ко мне. Посмотрите, просто к папочке. Да, мои дети, вперед. Заражайте город дальше. Ну что ж, ребята, я вам, кстати, всем желаю приятного аппетита. Совсем забыл пожелать в начале ролика. Вот, если вы сейчас кушаете, чайок попиваете, вообще рассказывайте, как у вас там делишки, чем занимаетесь. И еще хотел вас спросить, напишите ваш любимый фильм про зомби в комментариях, название фильма, вот, что порекомендуете мне посмотреть. И не забывайте также, опять же, заходить на тот ролик про зомби-апокалипсис, ребята, на сериальчик, я думаю, что он вам должен понравиться, я прям реально постарался. Так, а что это такое, погоди, что это за лазер такой? Давайте сейчас проверим, где-нибудь вот здесь, вот так. Это просто лазер, который на две части распиливает. Оуч, мисс
Простите, я не думал, что вас распилит. Я думал, вы в зомби превратитесь. А все, она погибла, да? Ну да, мне кажется, вряд ли. При помощи такой способки можно кого-то в зомби превратить. Ну давайте еще раз попробуем на всякий случай. Вон там бежит. Ну че? Не, вообще, ребят, просто ГГ сразу же. Это молниеносная смерть. То есть, если ты не хочешь превращать кого-то в зомби, просто используешь эту способку, и он превращается в два человека. Ну, по половине человека, точнее. Так, что у нас там есть еще? Еще, ребята, какая-то способка называется «Уничтожить сердце». Так, это как вообще? Да ну нафиг, блин, у меня в руке сердце, ребята. Мы только что вынули у этой девушки сердце, она превратилась в зомби. А что, зомбаря мне нужно сердце? А, кстати, зачем оно им, по сути? Им нужны только зубы и мозг. Две самые главные части зомби. Даже можно без ног обойтись, потому что они могут ползать. Да даже без рук, наверное. Главное, чтобы были зубы. И, конечно же, ребята, мозг. Уничтожив который, можно просто зомби убить. Кстати, давайте попробуем зомби уничтожить при помощи каких-нибудь способок. Например, вот при помощи этой. Вот он заразился. Но смогу ли я его убить сам? Так, он горит. Он, кстати, не погиб. Я ему только что в лицо стрелял лазером. Я пытался ему мозг прожечь. Ему пофиг? А что? Погоди. Так, ладно, окей. А если мы вот так попробуем? Ветерочком подуть на него? Так, получится что-нибудь с ним сделать? Или он все равно выжил? Мне кажется, что он все равно выжил. Да, ребята, он все равно выжил. Так. Что с моими крыльями? Эй! Крылья, вернитесь! Все, отлично, ребят. Так, ну что ж, давайте попробуем дальше способности. Может, какой-то получится этого зомбаря убить? Погоди, мне кажется, ли он к нам бежит? Как будто меня сожрать хочет. Эй, зомби, ты чё, на меня огришься? Ну-ка, стой, блин, на, лазером получай. Он хочет меня, ребят, сожрать. Так, мы снова его поджигаем. Он продолжает ползать, ему вообще пофиг. Так, ладно, хорошо. А если вот этим лазером, блин, лети отсюда. Так, зомби. Вот, все, ребята, я понял. А, я поторопился чуть-чуть, да. Ему пофиг, абсолютно пофиг. Так, а если что-нибудь следующее... А у нас уже почти закончилось... Погоди, блин, реально? Так, а если вот этой штукой? Получится, нет? Я его даже распилить не могу на части! Ребята, ну, короче, мы с вами создаем бессмертных зомби. Хотя можно вот это попробовать сейчас. Давайте, вот так, отлично. А где он? Где он? Вы всех превратили в зомби, кто был в округе. А этого челика я не вижу, кстати. По-моему, ребята, он куда-то пропал, нет? Эй, зомби, блин! Ребята, я его, кажется, на атомы расщепил. Ну, короче, вот способка, которая может убить зомби. Вы только что сами видели ее в действии. Ну что ж, мы с вами заразили практически половину Лос-Сантоса при помощи нового зомби Хаги-Ваги. Пишите в комментариях, понравился он вам или же нет. Я надеюсь, что... Да, конечно же, ребята. Не забывайте писать в комментариях ваш любимый фильм про зомби или сериал, какой вот вам нравится больше всего. Конечно же, заходите на новенький сериал по зомби-апокалипсису. Подсказка находится в правом верхнем углу, ребята. Если вдруг вы захотите, все найдете там. Кликайте, переходите, короче, и смотрите. Я для вас сильно постарался. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, конечно же, нажимайте на колокольчик. Я желаю вам удачи, призраки, и пока-пока-пока. Пока.